Глава Славянского района Роман Синеговский провел прием граждан. Во время приема жителей обратились за помощью в решении самых разных вопросов – от коммунальных проблем до оказания социальной поддержки. Одно из приоритетных направлений работы районной администрации – это работа с обращениями граждан. Свои вопросы представителям власти славянцы могут задать по телефону горячей линии, написав письмо в интернет-приемную или телеграм-канал, а также на личном приеме главы района, который проходит каждую пятницу. В прошлом году от славянцев поступило около 3000 обращений. На сегодняшний день по итогам 2022 года остаются у нас выполнены 83% обращения граждан, 1% есть отказ и 16% у нас остаются в работе, которые перешли на 2023 год. Все обращения ставятся на контроль. Даются письменные ответы и также остаются на контроле до полного исполнения, пока не выполнится вопрос. Вопросы, с которыми жители обращаются к главе района, касаются самых разных сфер. Многодетная мама, одна воспитывающая детей, попросила оказать помощь в подключении жилья к водоснабжению. Роман Синеговский дал поручение главе городской администрации составить смету работы и оказать помощь в прокладке труб. Женщине нужно будет только приобрести необходимый материал. Александр Борисович поручит специалистам посчитать, мы разложим по порядку. Первое, сколько будет стоить врезка. Второе, сколько будет стоить прокопать. И сколько будет стоить материалы купить. И, скорее всего, если ты сможешь купить материалы, мы тебе поможем выполнить эту всю работу. Еще один житель Славянска на Кубани обратился с вопросом о ремонте внутридворовой территории, небольшого участка дороги и обновлении детской площадки. Все три вопроса взяты на контроль до полного их решения. Вы пришли к нам, значит, мы, в принципе, ваши вот поручения будем выполнять. Ольга Валерьевна будет звонить контролировать. Александр Борисович, доступный глава, можете взять его номер телефона, можете прозвонить. Весной, вот смотрите, по площадке чуть сложнее кажется вопрос, потому что требуются лицензии и разрешения, он изучит. Ямочный ремонт пообещали, и эти 20 метров, я думаю, тоже мы заасфальтируем. Правильно, да, там асфальтировать надо. Ну, я иду грейдеров приеду, да. А по площадке вот надо поизучать, потому что, видите, нормативы и все остальное. Ну, надо по-любому там что-то деткам сделать. Все вопросы, с которыми жители обращались, глава района внимательно выслушивал и в каждом пытался детально разобраться, чтобы по мере возможности оказать максимальную помощь в их решении. Каждый вопрос взят на контроль. Следующий прием граждан состоится 20 января. Предварительная запись проводится в общественной приемной районной администрации по адресу улица Красная, 22 или по телефону горячей линии 4 11 12.